Всем привет, ребята, с вами Кроки, и мы сейчас посмотрим обнову. Нет, у меня нет доступа на 20 сервер. Я вам покажу по скриншотам человека, которого это все получилось. Он зашел, и у него все получилось, ребят. Давайте начнем не с самого такого глобального и чего-то удивленного. Смотрите, ребят, обязательно, кстати, поставьте лайки, подпишитесь на канал, если вы не стали жабу, я вам покажу. Смотрите, у нас обновили аирдропа, как вы видите. Вот, аирдроп выглядит теперь у нас так. То есть уже немного по-другому выглядит. Это тоже прикольно, ребята. То есть новый скин на самолет и новый скин на аирдроп, ребят. Вот еще вот такое у нас есть. То есть это у нас со стороны вот так выглядит. Вот. Вот так у нас выглядит самолетик, ребят. Вот так вот у нас выглядит самолетик по летнему. То есть будет жара у нас в игре. У нас будет жара в игре. И, ребят, вот так вот у нас выглядит остров, стартовый остров. Я думаю, блин, ну прикольно выглядит, офигенно, ребят. Извиняюсь за всякие фотомарки на видосе, ребят. Ну нету возможности у меня туда зайти, не пускает меня туда. Вот, ребят, вот так выглядит стартовый остров. Я вам покажу, и вот так вот как выглядит игра. То есть вот так выглядит стартовый остров. Еще раз повторюсь. Прикольно, прикольно. Особенно звук в игре прикольный добавили, ребят. Ну, реально, чётенький остров. Больше ничего не могу сказать, ребят. Далее, у нас обновили почту. Почта выглядит у нас теперь вот так, как вы видите. Ну, тоже прикольно, необычно выглядит. Вот так я могу сказать, что необычно. Необычно она выглядит. Так. Далее, обновили полигон, ребята. Полигон у нас выглядит так. Жаба вам не показал, я вам покажу. Обновили полигон. Выглядит теперь он так. То есть это реально прикольно. Детали я показать не могу, но вот так пока что по чуть-чуть могу. То есть это какая-то у нас находится там домик. Вы там в домике в том сидите и стреляете с диванчик, все такое. Можете посидеть, почилить с ребятами, посидеть на диванчике. Че почем? Так, вот у нас дальше у нас вот так вот это все выглядит. То есть зона общения. Зона общения, я так понял, у нас выглядит вот так вот. То есть добавили какую-то трассу, машины добавят. То есть можно будет кататься на машине, а то тралик убрали, а дорога осталась. То есть еще какая-то дорога, как знаете, финиш. То есть как будто по кругу можно ездить на машине. Реально, реально. Какая-то трампа заезжать можно. Вау, вау, рили топ. Да, вот машины есть. Монстр трак, голубая машина. Офигеть, это топово. Что я могу сказать, ребят? Это будет топовая обнова. То есть в зоне общения можно будет покататься, закадрить машинку, закадрить какую-то девульку на своей машинке, на монстр-траке, так ехать, так и кайфовать, ребят. Это топ, это реальный топ. Так, вот у нас еще стенки обновили, то есть уже залезть на них точно нельзя будет. То есть вот так вот выглядят уже стенки у нас на тренировочке. Особо сильно, я так понял, тренировку не изменили. То есть у нас теперь добавили карту, где у нас вот показывает, где зона общения, где у нас тир и где у нас просто смерть. Хрест, просто хрест, смерть, просто смерть. Топово, топово могу сказать, что топово реально, ну... Мне нравится. Я буду... Ну, мне просто интересно, будет ли какой-то баг, чтобы залезть туда как-то... Ну, как вы знаете, можно было залезть. Не буду рассказывать, как можно было туда залезть, ребят. Это реально топ. Обнова топ, ребята. Показал немного того, чего жаба не показал. То есть... Реально топ. Новый режим у нас добавили тоже. Новый режим — это безумие 2.0 безумие. И добавили новую снайперку. Я знал то, что ее добавят. Если вы знали, ставьте обязательно лайк. И если вы не знали, тоже лайк прожмите. Вот такая вот снайперка у нас теперь появляется. Она у нас
новое оружие, и оно немного хуже по урону. То есть она будет вот так вот закупаться. То есть она будет покупаться вот М828 вместе с обрезом и катаной и со слепной гранатой. То есть... Ну, такое себе, сдалека. Ну, хз, честно, мне не по кайфу что-то будет гамать на ней. И что теперь? Просто пушечка, пушечка. Можно 8 эмоций пользоваться. 8, мать его, эмоций. Просто брать 8 эмоций. Это топ. Это топ. Это реальный топ, ребят. И добавили... новую коллекцию, добавили новый раздел в коллекцию, это у нас памятная, ребят. То есть в памятных у нас нет памятных значков, участвуй в событиях или собственных активностях, чтобы получить их. Особо сильно непонятно, но как вы видите, ребят, все видно. Ну как бы посмотрим, я думаю, в дальнейшем уже точно будет видно, что... будет там. Ребята, добавили нового питомца. Питомца Сокол зовут. Сокол зовут питомца. То есть как я понял, вы сможете вот намного немного увеличена скорость скольжения во время свободного падения и скорость снижения после открытия парашюта. То есть вы будете намного быстрее спускаться, намного быстрее лететь с самолета, и это очень большой плюс лететь на Clock Tower так. То есть как вы летели раньше. А как вы будете соколом? И вы уже просто на месте, и урон не падает. Можно просто сразу падать с самолета и не использовать парашюты вообще, ребят. Это топ. Вау, реально, пока что по данной инфе мне нравится все, ребят. Мне офигеть, как нравится все, ребят. Обновили тренировку, то есть можно будет гонять на машине. Алекс, это тебе большой плюс, потому что можешь кадрить девультом на своих, на своих подгляделках, слежением за игроками. Ребят, короче, я надеюсь, я вам рассказал что-то новое. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, ребят. Стараюсь только для вас, только для вас, только для вас. Если кто-то не смотрит жабу, обязательно прожмите лайк. Ну, это не то, что не надо стрелять жабу. Это то, что если вы не видели обнову, я вам сейчас все ее рассказал. Обязательно прожимайте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Кроки, и извиняюсь, что видос так поздно, ребят. Все, всем пока.